Всем здорово, с вами Android Androidович. Начинаем играть с Androidович. Игра называется All We Lost, или как-то так. Игра на русском языке, представляет себе раннер. Давайте посмотрим, что такое у нас имеется. Так, управление, звук. Так, это нам не интересно. Дальше статистика. Ну, мы не будем париться, мы сразу нажмем вот сюда и погнали. Так, что это такое? Какая-то космическая станция, непонятно. А, вот мы выбираем, окей. Сейчас по ходу игры будем разбираться вообще особенности данной игры. А, это обучающий режим, типа, да? Мы бежим. Мы бежим, давайте маленько убавлю. Так, джамп. Просто свайпом вверх. Окей. Ну, графика, ничего. А, с левой стороны, все понял. Графика симпатичная, блин, что-то я лоханулся, молясь. Блин, надо смотреть, чтобы камера не закрывалась. Окей, бежим. Его зовут Купер. Купер бежит. Саундтрек, кстати, тоже ничего. Ага, надо было перепрыгнуть через эту штуку. Бежим, 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 бежим. Так, мы можем катиться вниз. Ага. Ну, стандартно, стандартное движение у раннеров, которые прыгать. Вниз. Так, а здесь мы можем взаимодействовать с различными предметами. Так, а здесь мы прыгаем. Блин, что-то многовато кнопок. Потому что... Ой, ты что тут много кнопок-то? Я уже забыл, с какой стороны это наклоняться, с какой стороны надо... Что, с самого начала вы что, дебилы, что ли? Разработчики. Так, давайте париться не будем. Давайте сюда нафиг выйдем. Да-да, отстаньте от меня. Так, нажимаем. Давайте этот уровень сразу же. Погнали. Ну вы что, охренели, что ли, мудозвоны тупые? Ну ладно, давайте попробуем еще раз пройти. Так, здесь мы прыгаем. Прыгаем. Так, роллы, с этой стороны ролл. Роллы. Так, короче. Здесь... Так, интерактив. С этой стороны. И с этой стороны. И назад. Все, понял. Теперь понял. Так, здесь у нас прыгаем. Здесь у нас интерактив. Здесь мы... Ага, ну вот, сейчас все, в принципе, разобрался. Здесь так. Ну, неужели мы прошли этот дурацкий обучающий режим? Все, наконец-то, господи, боже мой. Так, так. Ну, просто успевать нажимать надо кнопки. О, слава богу. Попытки хоть. Так, окей. Забыл, что прыгать надо вот так вот. Да что ж ты, пляха-муха. Твою мать, а. Так. Да, это, конечно, капец. Осталось 8 попыток. Надеюсь, у меня получится. Твою ж дивизию-то, а. Так. Я не понял, что за херня происходит. А, господи, зачем мне таким дураком родился, а? Вниз, вправо, окей. Все, я понял, я дурак. Надо не прыгать, надо активировать кнопку. Вот дурачила я, а. Понятно. О, да, тукус. Вот идиот я. А здесь что надо делать? Слишком много кнопок надо нажимать. Мозг должен очень быстро соображать. Очень быстро. Вроде пока все. О, я уже это сделал. И когда эта херня кончится? Тут прыгаем.
Тут свайп, ага, тут прыгаем. Ой-ой-ой. Нифига себе тут. Капец, вот это. Дошел я. Понятно, если стрелки, значит, надо просто с правой стороны нажимать. Если не стрелки. Фух, первая миссия оказалась такой сложной, такой сложной. Окей, next. О, миссию выполнил, молодец, я красава. Ставь лайк за то, что я смог ее пройти. Да, сложноватенько. Прикольная игрулька такая. Не понял. А, понятно. А я стекла что разбиваю? Чуть непонятно. Так. А вот тут что-то я просто ступил. Да, сложноватая игра. Не каждый ее осилит. Даже я вон постоянно туплю. Так, так. Свайп, свайп, прыжок, ага, капец, как сложно тут, а? Фу, я это сделал опять, да, ну и миссии, надо, это практика, еще раз практика, так, окей, прошел, я красавчик, так, дальше, наверное, вообще сложно сейчас будет, сложнотища. Давай посмотрим. 7 попыток у меня осталось, да? Ну, это пока легко. Легко. Тут у нас прыжок. У нас прыжок. Тут это... А, ну пока все. Чуки-пуки я. Пока чуки-пуки у меня получается. Окей. Так, право. Тут у нас... Ой, тут... неожиданно, очень неожиданно. Так. Прыжок. Так, это мы вправо нажимаем. Прикольный игрок. Твою ж дивизию. Прямо на последнем испытании, последней двери тупой запоролся. Вот дурачил я. Прыжок. Прыжок. Ага. Прыжок, ага. Действуем, действуем, действуем. Главное не бояться. И не тупить. Так, тут у нас вправо, тут у нас прыжок. И тут есть. Прошел, что ли? Хрен с маслом пройдешь тут. Тут не все так просто. Право, ага. Ну, давай, 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 давай. Фу, отлично. Три миссии я уже прошел. Молодец, красавчик. Красавчик я. Так. Прикольная игра. Думаю, понравится не только любителям... О, отлично, Тлапан Лоханос. Не только те, кто играет в различные раннеры, но и вообще те, кто любит мучиться. Да, вот некоторые игры есть, когда ты мучишься, потому что пытаешься пройти, препятствие возникает, а ты прям вот упёшься, я все равно пройду. Вот эта игра как раз для тех людей. Вот. Мне такие игры, честно скажу, нравятся. И графика полный отпад. Хотя, в принципе, когда бежишь, ее не замечаешь. Слишком отвлечен на различные действия, которые ты должен сделать. Но игра очень хорошая. Прошел, что ли? Ну, уже я уровни прохожу. Просто вообще простота. Так. Что-то там меня хотят. Отстаньте от меня. Заставляют поставить оценку данной игры. Нет, чуваки. Она что, заново запускается, что ли? Окей. Там какой-то еще режим один есть. Хочу тоже его испробовать. А, чтобы вы оценили. О, тут уже сложнее какая-то штука. Попыток все меньше и меньше становится. Тут уже одновременно кнопки нажимать надо. Это меня не останавливает. Ай, блин, не там нажал. Не там нажал.
Так, бежим, бежим, бежим. То не то нажал. Прыжок. Слишком поздно нажал. Тут уже усложнение, потому что нажимать надо уже одновременно там и там. И из-за этого босс просто уже начинает тупить. И начинает не соображать, просто не реагирует. Но игра интересная. Да что такое? Надо было после этого сразу же нажимать. Ладно, попытка у меня осталась. Последняя попытка у меня осталась. О, я ее так тупо запорол. Да, конечно. Ну-ка. Все. И что, откуда я начну, интересно? С самого начала, что ли? Не понял. О, что-то, смотрите, что-то... Какой уровень-то, это непонятно. Давай попробуем пройти. Так. Так. Ой, блин, начинаю путаться. Ну... Здесь я не проходил, непонятно. Ага, или проходил, ну... Нет, не проходил точно. Дополнительный уровень, если ты не проходишь основной уровень, непонятно. Или я уже затупил, или я проходил, непонятно. Так, прыгаем. Угу. Нифига себе, тут кардебалет приходится сделать. Вот тут вообще я все уже вперся, короче. Ну все, последняя попытка. Удастся ли мне пройти, не удастся? Нет, не удался. Да, прикольно. Давайте выйдем, посмотрим. Там какой-то еще режим интересный есть, какой-то симулятор. Давайте попробуем. Тут, как понимаю, бежим мы как в реальном раннере. То есть до тех пор, пока... Так, бежим. Насколько, то есть тут нет окончания уровня. Просто бежим, 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 и пока не запорим. Давайте оценим его. И вообще потом, насколько я далеко, далеко смогу убежать. Так. Угу. Пока легко. Я так и не помню, что такое. Надо было прыгать, а я только сейчас заметил. Это планета, прикольно. Так, прыжок. Опа, Америка, Европа. Поставим рекорд. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Убегает зайчик мой. Пока просто все. Прыжок. Подкат. Ну, да, запоролся. Ну, короче, что могу сказать. Прикольная, интересная игра. Только, видите, прошел... 5% миссии. Можно так вот крутить. Это, наверное, миссии постепенно будут появляться. Вон сверху, как понимаю, уровни. 5 различных уровней. Короче, прикольная игрушка. Если понравилась, обязательно советую в нее сыграть. Мне она лично понравилась. Ставьте лайки. А с вами был Андрюта Андрюдович. Всем пока.